Тебе вообще нормально было? Ты о чем сейчас вообще? Да так, ни о чем. Ты издеваешься надо мной? Мы сюда ехали, ты молчала. Пришли, ты начала свои вещи раскидывать и на меня просто гнать. То есть ты вообще не понимаешь, на что я злюсь, да? Ты всегда придумаешь какую-то фигню, на которую злишься. Откуда я знаю? Скажи честно, она тебе нравится, да? Ты о ком сейчас? О той овце, которая сидела в синем платье напротив тебя. Это сестра именинника. Именинник мой лучший друг. Я ее знаю, когда ей лет 5 еще было. Это не значит, что она тебе может не нравиться. Да с чего ты вообще взяла, что она мне нравится? Я видела, как ты за ней ухаживал. Ой, может тебе это положить покушать? Может быть тебе налить, а ты голодная? Это называется банальная вежливость. Я просто ухаживал за дамой, как настоящий джентльмен. То есть ты даже не отрицаешь, что ты за ней ухаживал? Знаешь, мне кажется, нам все-таки нужно расстаться. Но я правда уже больше не могу. А какой смысл? Мы расстаемся и сходимся уже через 2 дня. Сколько мы пытались за последние полгода? 4? 3, мне кажется. И что же делать? Я не знаю, но я думаю, что у наших отношений еще есть шанс. Вместе. Что ты ищешь? Ну, раз мы сами не можем определиться, тогда пусть судьба решит, женимся мы или расстаемся. Женимся? Да, смотри, мы здесь, сейчас с тобой все решим. Орел, значит, играем свадьбу. Вот прям завтра идем в ЗАГС и подаем заявление. Решка, значит, расстаемся. Значит, я вот завтра уже съеду от тебя и все. Давай попробуем. Орел — это свадьба, решка — мы расстаемся. Да, верно. Окей. Готово? Давай. Может еще раз подбросим?